Привет, друзья! Всем доброго здоровья и отличного настроения! С вами охотник Серега, и вы на канале Вятка Хантер. Сегодня 28 февраля, и я закрываю свой охотничий путик. Малый путик. Большой путик Олег уже закрыл 2 дня назад. На большом путике ничего больше не попалось. Сегодня вот вышел, погода с утра была минус 25. Сейчас светит солнышко, отличная погода, отличное настроение. Иду проверять капканы. Проверять и снимать. На большом путике капканы оставляем, так как численность охотников и случайно проходящих людей там очень мала. А здесь все-таки река, рыбаки. Поэтому капканы буду убирать, уносить домой. В конце сегодняшнего видеоролика я поделюсь с вами результатами сезона 17-18. Расскажу, сколько добыл куницы, бобра, выдры. И расскажу о предстоящих планах на следующий сезон. В общем, не переключайтесь. Всем приятного просмотра. Капкан сработан, ребят. Наверняка это птичка, потому что на капкане помет. Синица, наверное, сработала. Снимаем капканы. Да, ребят, забыл вам сказать, что капканы не проверял почти 3 недели, больше 2. Сейчас очередной капкан снимал, тоже защелкнул. Но это, на мой взгляд, работа мелких птиц, потому что приманка не объедена, немножко только поклевана. Всего скорее это мелкие птички. Всегда немного печально закрывать свой охотничий путик. Но что делать? Ждать больше нельзя. Охота закрывается сегодняшним днем. Поэтому нужно соответствовать высокому званию охотника. Всему свое время. Всему свой срок. Сейчас на подходе уже следующий капкан. И дальше капкан на бобра. В общем, порядка на 25 капканов несем. Снять надо. Так точно не считал. Где-то так. Капкан опять защелкнут. Опять капкан защелкнут. Снова птичья работа. Привода не объедена. Вот белка еще бегала. Вижу следы белки. Но я думаю, что это птицы. Проказницы. Всего скорее они. Да, в следующем году я
Планирую переходить на гуманные капканы. Куда деваться? Законодательство требует того. Буду переходить. Может быть полностью, может частично. Закажу, наверное, летом. Посмотрю, что или СУАЗ, или кировских капканов. И один путик весь выставлю проходными капканами. Вот как-то так. Ладно. Двигаюсь, ребят, по путику. Снимаю капканы. Еще не попалось. Как ни странно, стояли морозы, следов мало. Зайцем, конечно, все избегано. Акуньего следа пока еще даже не встретил. Норка кое-где набегала. Днем уже очень хорошо отпускает. Солнце пригревает. Мороз практически не чувствуется. Утром было, повторюсь, минус 25 градусов. А сейчас, наверное, минус 5. Где-то так, на солнышке. Очень тепло. Все, вот зайчиками сбеган. Зайца очень много. КПХ не сработала ничего, ребят. Ящики, конечно, я на будущий год буду делать другие. Это на скорую руку у меня ящик сделан.
Делаю все по-нормальному. КПХ не сработала. С осени тут хитрая окуничка у меня ходила. С многозахватов снимала приманку. Я поставил два проходных. В один уничка попалась, а второй нет. Идем дальше. Куни след, ребят, на путике присутствует. Все нормально. На будущий год куничка останется. Это радует вятского охотника. Сейчас подхожу, закрываю последний капкан, и остается у меня две кулемки. Такие дела. Только, ребят, проговорил, что закрываю последний капкан, и вон она висит, красавица, висит. Вот она. Вот она, красавица. Это место, если, наверное, посчитать за всю мою охотничью карьеру установки капканов, я здесь, наверное, поймал, ну, около десятка точно, вот именно на этом месте. Любят они такие вот выворотни, лежачие деревья. Эта куница очень любит. Сейчас подойду, сниму, все вам покажу. Не переключайтесь. Опять кот, ребята. Долго он тут крутился возле капкана. И вот он результат. Смотрите, какой мордатый. Ну, размер не очень большой, средний. Но тем не менее, я подхожу. Слышу, что-то сороки тут кричат. Чиркают. Чиркают сороки. Ну, думаю, есть, наверное, что-то. И вот так оно и есть. Попалась куничка. Сейчас разряжаю кулемки. Разряжаю кулемки. Две штуки. И подводим итоги этого сезона. Ну что, друзья мои. Вот и закончен охотничий промысловый сезон 2017-2018 года. Сказать, что он был плохим, я бы так не сказал. Было очень много положительных эмоций. Зверь ловился. Вы были тому свидетелями. Значит, итоги этого сезона. На двух путиках мы поймали 12 куниц. 7 на свежем, на большом путике, который мы
совместно с другом организовывали. И 5 куниц попалось на моем именном путике. Попалось 3 выдры в этом сезоне. 1 норка, 1 бобр и 3 хоря. Вот такой результат. Для кого-то, конечно, это не результат, но для меня нормально. Половил нормально в этом сезоне, считаю. Кстати, в прошлый сезон у меня тоже попалось 12 куниц. Правда, на одном путике. На маленьком, на моем путике. Прошлый год я поймал 12 штук. А в этом году с 2 путиков сняли тоже 12 особей. Значит, какие планы на весенний период? В первую очередь будем продолжать путик большой. Нужно подготовить все к следующему сезону. Сделать крыши. Где-то пробить тропы под снегоход. Развести соль по солонцам. Сделать галечник. В ближайшее время, наверное, через недельку поедем делать галечник на глухаря. Хотим его сделать верховым, на пнях. Потому что один галечник у нас уже один, ну второй он не рабочий. Один рабочий галечник у нас на земле, и рядом хотим сделать верховой галечник. Немного буду рассказывать о поиске глухариных таков. Опыт такой у меня имеется. За свою охотничью деятельность мне довелось много пострелять глухаря на таку. Каждую весну. В детстве я за весну там бывало, что по петухов по 5 стрелял, по 6. А бывало и больше. Вот так вот. Да. В дальнейшем, значит, у нас будет, будем пахать, сеять овес. В этом году нужно построить, хотим новую вышку. Хотим сделать ее более комфортной. Как-то так. Да, забыл сказать, с весенней охотой я, наверное, нынче пролетаю, так как 3 мая мне предстоит операция на варикоз. Поэтому, наверное, ну, возможно, похожу на вальшнепа недалеко. Но не факт. Очень, конечно, досадно, что пропускаю охоту. Что сделать? Здоровье важнее. Что еще добавить? Спасибо вам, что смотрите меня, пишите комментарии, ставите лайки. Мне это очень приятно. Это говорит о том, что я иду в правильном направлении. Очень приятно. Ладно, мужики, буду прощаться с вами. Еще раз пожелаю вам крепкого здоровья, отличного настроения. Охотьтесь, смотрите мой канал. До новых встреч. С вами был Серега Охотник.